Из разных городов России съехались мастера спорта международного уровня и участники Олимпийских игр. И все для того, чтобы поучаствовать в клубном чемпионате России по настольному теннису среди женских команд, который состоялся на днях в спорткомплексе «Лидер». На соревнованиях побывали и наши корреспонденты. В этот день собралось немало молодых теннисисток. Всего в чемпионате принимают участие 8 команд, и в них только девушки. На открытии соревнований прошло представление всех команд, после чего началась настоящая борьба за победу. Одна из представительниц команды Краснодара – Елена Трошнева. Настольным теннисом девушка занимается с 6 лет. Сама она из города Санкт-Петербурга. За команду Краснодара играет уже третий год. Девушка признается, в Краснодарский край она приезжает с большим удовольствием. В принципе, Славянск, Краснодарский край – это для нас родные стены, для нашей команды. Ну, настрой у нас всегда бороться, очень все команды сильные, ровные, поэтому ничего предугадать нельзя, но мы выкладываемся на 100%, как можем каждый раз. Теннис на стол, ракетка и мяч. Но это еще не все, что нужно для игры в настольный теннис, говорит Антонина Савельева из города Казани. Этим видом спорта она занимается почти всю жизнь и считает, что главное в теннисе – это не просто быстрота передвижения и реакция, но и способность продумывать каждое действие. В Славянск на Кубани Антонина вместе с командой приехала с боевым настроем. А еще ей очень нравится город и погодные условия. У нас -2 в Казани, а здесь уже +15, светит солнце и вообще лето. Так что нам очень нравится здесь. Чемпионат будет проходить до 13 апреля, после чего подведут итоги и победители будут представлять свои команды в финале игры. Состоится он в начале июня в городе Владимир. Тина Копачевская, Георгий Калинин. Программа «События».